Приехал ко мне вот товарищ Николай с разбитой машиной, попал под град. Не успел убежать. И вот она, вмятина. Вот она. Надо срочно сделать, а то человек вне себя. Вот. Может выбросить ее машину, потому что на такой машине уже ездить, наверное, нельзя. Вот. Теперь режиссер. С таким дефектом, конечно, нельзя ездить. Ну как я могу ездить? Ну. Да, это уже не машина. Разбита причем, пух и прах. Ладно, вытирайте, чтобы было чисто. Сейчас попробуем что-нибудь сделать. А вдруг получится? Так, пойдет? Ну да, весь вытирай от этого самого, от мокрого. Кругом даже это. Да, всю воду сгоняй. Тут он немножко под дождик попал. Припылила ее, и сейчас попытаемся ее сделать. Вот она. И глазом видна, и не глазом. Под пули делают вот такие, как Вот будто клей пули сейчас. пробивали дырки, вот закрыли. Вот будем делать тоже под цвет машины, как и хозяин, вот в синем и это. Нет, ты что его снимаешь? На хозяине тоже ямочки вытягивают? Да, Там же... Запросто. Вот такая получилась вместо Самоволина. ямки получилась шишка. Зараза, снижит камера. Сейчас хозяин ищет вмятину на Нет, капоте. сначала ямку, нет, и счастливый хозяин. Вот он ищет ее. Она где-то была, а ее уже украли. Ее уже украли. Дело в том, что теперь-то и еще вот еще теперь Ну вот, можно и эту Света полечить. не было, не видно было. Сейчас Да, я вижу. сейчас еще немножко надо дернуть. Да не надо, Саша. Надо, тебе надо, все вмятина. Нормально. Вот, полечили машинку. Угу. Это две было вмятина. Да, было две, одна больше, другая чуть-чуть меньше. Ну вот и все, теперь машину можно не выкидывать, на ней можно ну теперь ездить. Можно хоть ездить. Да, а то я думал, такой вмятиной, одна как... вмятина, а то две, как машина-то не бежит. Да, не едет, а теперь едет. Поедет. Ну вот, вот такой вот, так весело и с пользой мы провели время.